Добрый день! Рада приветствовать вас на канале Миления Кулинарные Рецепты. Сегодня я буду готовить жаркое. Жаркое у меня будет с говядиной, но вы можете приготовить жаркое по этому рецепту, используя любое мясо, какое вы предпочитаете. Все продукты, которые мне нужны для приготовления жаркого, перед вами. Список ингредиентов на экране и под видео вы найдете. Говядина у меня порезана вот такими крупными кусочками. Овощи мы тоже будем резать произвольными кусочками. Сейчас отправляемся к плите и начинаем готовить жаркое. Сковорода разогрелась. Я добавляю сюда 3 столовые ложки растительного масла. И выкладываю мясо. И обжариваем мясо на высоком огне, пока оно подрумянится со всех сторон. Периодически его перемешиваем. Мясо хорошо обжарилось, и у нас ушла лишняя влага, которая у нас здесь была. Сейчас нам нужно посолить мясо. И к мясу добавляем лук, морковь и пастернак, тоже порезанные крупно, сельдерей и сладкий перец. В это блюдо очень важно, все овощи должны быть порезаны крупно. Сейчас я добавляю сюда специи. Кориандр молотый, вот такие травы сезонные и также итальянские травы. И также на высоком огне обжариваем в течение 4-5 минут. Периодически помешиваем. Добавляю картофель. Картофель у меня порезан на четвертинки или на 5-6 частей, в зависимости от размера картофеля. Он должен быть крупный. И обжариваем на высоком огне 4 минуты. Сейчас добавляем помидоры. У меня в собственном соку можно добавить свежие помидоры. Добавляем еще соль, потому что у нас здесь картофель не соленый. И добавляю я коричневый сахар. И стакан воды. Сейчас перевожу на самый медленный огонь. Из 10 делений я перевожу на 2. Сейчас я закрываю крышку плотно. И наше жаркое должно томиться 1 час 20 минут. Сейчас вот температура упадет, и оно перестанет так кипеть. Оно будет медленно-медленно томиться. Пузырьков практически кипения на поверхности видно не должно. Накрываем крышкой. Крышка, которой мы накрываем жаркое, должна быть без отверстий, без дырочек на крышке, чтобы у нас влага оттуда не выходила, не испарялась. Иначе оно будет подгорать у нас. Прошел 1 час и 20 минут. Картофель уже приготовился. Он стал мягкий. Сейчас попробуйте на соль. Добавляю зеленый лук и петрушку. Перемешиваю. Сейчас я накрою крышкой и оставлю еще на 3 минуты. Через 3 минуты жаркое будет готово и можно его подавать к столу. Я прощаюсь с вами, всего доброго и до новых вкусных рецептов!